А, все, видимо, Ханс не пережил падение. Что? Что? Тебя нет в катсцене. Вот там призрак твой появился справа и отправился в ад. Я бы выжил. Эпично. Побег из курятника, блядь. Мистери, 2 дня подряд. Вау. 10 000. Вау. Отличная тайна, ребят. Всегда. Вот, просто Скуби-Ду левел, я не могу. Так, первый поворот, пацаны. Земля пухом. Да мы тут и без поворота справились. Мы тут напрямую умудрились все обхерачиться. Я каким-то образом ударили, но это меня выровняло. Он очень много взрывов херанул, я не знаю, как я сейчас... Сложно, ладно, я поехал. Все, кипитесь. Он взял в руки взрывчатку, и я выстрелил в него из взрывной снайперки. Ты знаешь, что случилось дальше. Бля... Что, поел свои пилюли, пидор? Надо вырезать весь момент из Гойман Бласпрея и вот... Что это такое? Что это такое? За что? Зачем он это сделал? Почему? Потом он гонит по встречке. Смотри на него. Я вижу, да. Что это за... Ну, BMW же. Все логично. Может быть, если присмотреться, у него и номера литовские. Сука. Отлично парканулся. Да. Ты вот дверью сигнализацию, что ли? Заткнись нахуй, параша. Она реально заткнулась, что? Ебать, тебя там отправили в полет. Вот это вот момент, когда вы едете вот перпендикулярно друг другу, и вы угадаете, врежетесь, не врежетесь, тормозить, не тормозить, газовать, не газовать. Он аж выключился, все, кончился. Шел нахуй. И приземлился на бачок еще, прилег. Захочет как-то в бар. Ладан Хусейн, Биг Пабло СО2 и Тони де Феррари. А бармен им говорит. Блять, я не знаю, что им должен сказать бармен. Спасибо. Ты аж возноситься начал. Да блин. Так и коньки откинуть можно. Задрали спавниться прямо на дороге. Что? 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 Схуяли это произошло? Ну какого нахуй хуя? Ай. Ай. Окей. Вот он. Тут, давай. Я... Что?
боже. Ой. И зрители все такие типа, вау, типа, да, правильно, разнеси его. А они сидят такие типа, о, я фрик, я недоволен тем, что мне говорят, что я фрик. Плачь. А он такой, поплачь об этом. Доктор Хилл такой, поплачь. Да-да-да, поплачь об этом, фрик. Мы вернемся после рекламы. Прямо здесь, поплачь. Плачь, быстро. Семейные тяжбы. Во все тяжкие. Он умер сам, убил друга. И убил второго друга. Я был вышел, глядя на это, пиздец. Там, видимо... Судьбоносный же какой-то момент произошел. Чувак аж не выдержал этого и упал. Это в газетах увидим. Да. Тони Монтана, 98414. Прекрасно. С ним хотя бы это, можно спокойно сражаться, не бояться, потому что ты знаешь, что он в конце умрет. Say hello to my little friend. Хуярит тебя орбиталкой. What the fuck? Тут стоит пол Камона напротив автомастерской. Валим отсюда. Погнали. Эти моды, они конечно есть, но они типа не канон. А вот наши моды настоящие, они канон. И они такие просто сидят, и как тот чувак в углу лысый со стаканчиком, пока все танцуют с модами, этот Bethesda стоит в углу и такая, они не знают, что только мои моды каноничные. Мне нравится, когда ты держишь пистолет в руке, которая не сжата в кулак, просто дефолтная экстаминация. Как Сан Андреасом запахло аж прям. Вау, это как? Они встретились! Тут чувак из банды Азов и чувак из банды Вагн. Его зовут Зет, Дилетант Зет. Их битва будет легендарной. Душераздирающее зрелище. Угу. У нас три друга, но... Нет. Я вижу это. Мы потеряли наших друзей, поздравляю тебя. Ядус. Ты, типа, Амогус, но которому запрещают на 100 метров детям подходить. Ну шо, гаси их, Быжан. Ай-ай-ай. Очень вовремя. Офигенно. Что? Офигенно, очень вовремя. Нет, 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 быстро, быстро, быстро зарезай. Ты шо, балбес, на F нажал случайно. Нормально, ты справился. Я в тебя верил. Пистолет не жалко, что. Почему он загорелся? Почему он горит? Я. Сказать, почему он горит. Прыгивай на палубу. Не сажай на палубу. Прыгивай на палубу. Окей. Ёбаный! Еще и умер. Так, он сейчас сделает штуку. Да, он сделал штуку. Великолепно. Решил попробовать. Кстати, город, боже мой. Ой. What the fuck? Что это было? Это за мной поехал. Да? Я к нему сейчас присоединюсь. Ха. Он машины передо мной толкает. Ой, блин, нет! Ты шваркнул меня по башке хвостом. Лайчи от камня. Он зашел в эманацию! Он в эманацию зашел, блин! Стой. Это момент. This is the moment. Давай. Ты злой. Так, давай какой. Здравствуйте, пидоры. Пришли забрать, сука, ебать, не получилось. Не получилось драматичного появления. Блять.
Лол, он себя убил своей ракетой. Фако. Ханс через улицу. Агрессивно бежит. Чувак убил себя. Я просто не мог понять, что он собирается делать. Сбил меня, закрывая дверь. Что? Да, вот рядом с мотоциклом, давай. Молодец. Ты там за нами едешь уже? Нет, меня... Я упал в реку, и меня застрелила полиция. Лорда мэн. Supposed to play around with this bullshit. This used to be a club for pros. Hey man, back the fuck up and shut your bitch ass up. Я выстрелил в секретаря и промахнулся, все. Секретаря, блядь. В него зачем? Это единственный, у кого нет оружия. Ты его выбрал. Я выстрелил в него, промахнулся. И все, и мы уже всех убили к тому моменту, как я вышел из-за стенки. И мы заняты, мы прячемся за баком и показываем друг другу пальцами. Дебилы, блин. Что? Ты сам меня... Райджу! Ты... Подкрался незаметно, вот топак. Everybody gangsta. Everybody gangsta, пока Райджу не зависнет, не подкрадется по стелсу. Он здесь? Он... А. Он тебя за спиной. Я реально его не заметил. Этот Райджу, он мне напоминает вот этот мемный самолет, который носом в воду и типа... Этот Райджу с нами в комнате? Этот Райджу литерали я. Yeah, boy. Я сейчас этот заминирую, так. Ты следующий. Ты пьяный при этом вообще. Нихуя! Такого они не ожидали. Ну раз уж. Мама! Что вы сделали? Что вы сделали? Он подошел ко мне и взорвал себя. А я даже прическа не испортилась у меня.